Мама – это самое ценное и важное, что есть у меня. Мама дала мне жизнь, и я очень ей за это благодарна. Она мне всегда даст совет, поддержит, направит меня в нужное русло. И это самое важное, что она делает для меня. Я очень ей благодарна за все. И я хочу сказать, что все дети бесконечно любят свою маму. Но я люблю свою маму уже осознанно. И она у меня самая лучшая. Ну, я думаю, мама для меня – это самый главный человек в моей жизни. Если бы не она, то не было и меня. Логично. Я очень часто допускаю ошибки, но она меня всегда прощает, она мне всегда помогает. Она тратит на меня все свое время, делает все для меня, чтобы у меня все было, чтобы я пела, чтобы я танцевала. Если бы она все это не делала, я бы не знала, где я сейчас бы оказалась. Возможно, сейчас бы я не тут и не сидела. Но я хочу поблагодарить свою маму за то, что она есть, за то, что она всегда меня поддерживает и любит, и ценит. Это главное. Мама, спасибо.